Сегодня я хочу вам показать мальчика, братишку предыдущих мальчишек Босфора и Байкала, которого зовут Биюк Янышар. Биюк Янышар, давай, мальчик, про тебя расскажем. Какой ты умничка, какой ты хороший золотой ребенок. Это белый, абсолютно белый, длинношерстный мальчик чихуахуа. Вот такой вот красавец. У него уже начала расти его взрослая шерстка. Завтра ему исполнится 7 месяцев, ушки у нас стали, зубки полностью поменялись. Давай покажем. У кого-то раньше начинают меняться, у кого-то позже. Здесь идеально белоснежные зубки, замочки. Вот такая вот замечательная собака с таким прекрасным прикусом. Этот малыш является сыном нашего чемпиона мажора и красавицы Радужки. Он абсолютно правильный. Его вес, ну, где-то 2,5 килограмма. Становись, мой золотой. Попробуем, потому что, ну, не каждая собака любит становиться в стоечку. Да, скажи. Особенно, когда все друзья, братишки, где там наша лапулька, гуляют. Скажи, мне не хочется становиться в стойку. Ну, не хочется, скажи мне. Давай, мой мальчик, давай так. Ну, на самом деле, не каждая собака будет спокойно стоять на столе, еще и ровно, и правильно, так как положено. Поэтому мы попытаемся, но не обещаем вам сильно прям тут вот воображать, да, зайчик, давай. Ну, давай покажем. Ну, нам же нужно найти мамочку, возможно, этого мальчика будущие владельцы захотят повезти на выставку, а возможно и нет. Но в любом случае этот красавец абсолютно здоров, абсолютно податлив. На самом деле, пожалуйста, скажи, делай со мной что хочешь, только в стойку не ставь. Да? Спасибо тебе, Босфор. Спасибо тебе, родной.